Вы смотрите видео об отеле Excelsior. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Excelsior расположен в стране Испания в регионе Коста-Браво и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. 90 километров от аэропорта Барселона, 30 километров от аэропорта Жирона, Флорид-де-Мар. В спокойной зоне недалеко от шопинг-центра и центра ночной жизни. Рядом с отелем Мирамар-Лорак 4 звезды. Хороший отель для активного отдыха или молодежного отпуска, удобное расположение в оживленном районе, рядом разнообразные кафе, клубы, рестораны, близко пляж. Уютные номера, доброжелательный персонал. На территории отеля имеется один ресторан, один бар, один конференц-зал до 70 персон, спа-центр, лифты, почтовые услуги, сейф на ресепшн платно, Wi-Fi в лобби бесплатно. В номерах есть ТВ-спутниковое телевидение, кондиционирование, душ или ванна, фен, телефон, балкон, Wi-Fi подключение к интернету бесплатно, детская кровать по запросу бесплатно. Номерной фонд отеля состоит из всего 45 номеров, 15 стандарт Sea View Rooms, окей, 45 квадратных метров, небольшая терраса, максимум 3 человек, 20 стандарт Rooms, окей, 20-30 квадратных метров, максимум 2 плюс 1 человек или 3 человек, 5 Single Rooms, окей, 15 квадратных метров, максимум 1 человек. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть джакузи на крыше, турецкая баня, сауна, бассейн, солярий. За дополнительную плату имеется фитнес-центр, сауна, турецкая баня, джакузи, солярий. Для детей есть детское меню, в ресторане детское кресло, песчаный пляж, да, шезлонги, да, солнцезащитные зонты, да. Год постройки гостиницы – 1960. Год, когда был сделан последний ремонт – 2005. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.